Привет, меня зовут Маша, мне 6 лет. Моя мама работает специалистом по кадрам. Она мало рассказывает о своей работе, но когда был карантин, она всегда работала дома. Печатала на компьютере, звонила по телефону. Из всего этого я поняла, что когда хочется устроиться на работу, иди к ней. Когда хочется уволиться, тоже иди к ней. У моей мамы очень напряженная работа, но интересная. И поэтому я решила, когда я вырасту, я стану рок-звездой. Газовик — это тот, кто где-то там работает. Вот у нас, например, бы сломалась труба, все бы затекло. А люди вот берут и перекрывают воду. И вот так чинят, а потом уже только открывают. Вот для чего нужны газовики. Мама у меня работает лаборантом. И еще она ездит на вахте разные деревни, берет газ и делает всякие эксперименты. И еще она делает всякие штуки. Например, делает лимонад. Газ зеленый я когда-то видел в мультике, а на самом деле это голубое топливо. Приносит он тепло в наш дом, приносит свет в России наши. Работает ночью он и днем для всей страны огромной нашей. Магистральные газопроводы нужно ответственно эксплуатировать и своевременно ремонтировать. Папа очень нужная и ответственная работа. Турбина крутится, крутится, появляется свет. Все люди счастливы, светло. И нам светло. Самая главная профессия в Газпроме – электрогазосварочник. Сварщик варит трубы. У них есть маска, такие большие перчатки и держалка. Маска у них как у Даутплейдера. А зачем они это делают? Чтобы не стать слепыми. Электрогазосварочники часто работают в ямах по ночам, и там искры сыпятся к нам, как на фейерверке. Электрогазосварочники варят трубы, чтобы по ним шел газ в Китай, в Азию и вообще много куда. Когда я вырасту, то стану электрогазосварочником. Мой папа энергетик. Он, наверное, заряжает всю энергию, раз он энергетик. У него числа сидят, таблицы, график. Он складывает, вычитает, умножает, делит. Чтобы все работало, был свет, тепло. И пусть Алексей Борисович знает, в охране «Газпрома» меня не хватает. «Газпром» – это очень большая компания, которая находится по всей нашей стране. Желание, труд, стимул – вот что поможет сбыться моим мечтам. Мне кажется, что его профессия «газдобытчик» – это профессия сильных и мужественных людей, которая приносит большую-большую пользу для всей нашей страны. Я очень горжусь папой.